Здравствуйте, в эфире информационная программа «День города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Перестановки в правительстве Рязанской области. Лучшие школы в России. Два образовательных учреждения Рязани вошли в топ-500. Всемирный день психического здоровья. О том, как не поддаться хандре и депрессии. Очередные значимые кадровые перестановки произошли в нашем регионе. В Рязанской области назначен новый заместитель председателя правительства региона, руководитель представительства правительства Рязанской области. На эту должность, согласно постановлению губернатора Рязанской области, от 9 октября 2017 года назначена Черникова Наиля Абдулловна. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Ранее Наиля Черникова являлась заместителем директора Департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития России. Говорят, что с возрастом приходит опыт, только не в случае с пожилыми людьми. Порой они скорее ведут себя как дети. На этот раз в Рязани мошенница на ровном месте умудрилась обмануть 83-летнюю жительницу города. Та лично передала незнакомой женщине 50 тысяч рублей. Ситуация разворачивалась следующим образом. В начале октября в дневное время на улице к пожилой жительнице города Рязани подошла незнакомая ей женщина, которая изображена на фотографиях. В доверительной беседе злоумышленница уговорила пенсионерку снять со счета в банке денежные средства. Мошенница попросила 50 тысяч рублей якобы на операцию для своего мужа, находящегося на лечении в больнице. Пожилая женщина согласилась, после чего новые знакомые совместно проследовали в отделение Сбербанка России на улице Бронной, где потерпевшая через банкомат получила 50 тысяч рублей и передала деньги неизвестной злоумышленнице. Полиция Рязани призывает граждан к помощи в данной ситуации. Если вам известна личность и местонахождение женщины, изображенной на фотографиях, просьба обращаться по телефонам 02-102 и 27-08-60. В этом году сразу две школы Рязани вошли в 500 лучших школ России. Это гимназия номер 5 и общеобразовательная школа номер 14. Учитывая то, что в стране миллионы образовательных учреждений, для нашего региона это высокий показатель. Чем данные школы отличаются от всех других, выяснила наш корреспондент Ирина Ковалева. Как признается руководство школы номер 14 с углубленным изучением английского языка, к таким результатам они стремились и надеялись попасть в список лучших школ России, хотя это весьма непросто. Ведь на формирование рейтинга влияет сразу несколько факторов. Среди них результаты основного государственного экзамена, а также успешное участие детей во Всероссийской олимпиаде школьников. На протяжении двух последних лет школа номер 14 входила в десятку лучших в городе по итогам сдачи экзаменов девятиклассниками. Что касается олимпиады, то подготовлено было более 60 призеров городского этапа, 10 победителей и призеров регионального, а трое школьников стали участниками Всероссийской олимпиады. Среди них Дмитрий Копейкин, ученик 11 класса. Он стал дважды призером Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и праву. Кстати, именно с правом Дмитрий планирует связать свою будущую профессию. Я думаю, что в этом есть и заслуга учителей, и заслуга, возможно, моих родителей, как-то и сформировавшегося характера в ходе вот общения и с учителями, и с родителем. Учитель по обществознанию Никитюк Людмила Владимировна всегда уделяла внимание такому предмету, как обществознание, и то, как она его преподавала, во многом привило мне любовь к этому предмету. А вот Михаил Баев стал призером Всероссийской олимпиады по испанскому языку. Там было очень много ребят. Некоторые из них изучают испанский в школах только, некоторые тоже учились за границей. Там были ребята, которые по 4 года в Аргентине там учились, в Испании. Там даже были граждане Испании. Вот. Поэтому было, конечно, сложно соревноваться с такими ребятами. Но, тем не менее, я показал, на что способен. Ну и там, конечно, максимальный балл набрал, но результат все равно был хороший. Кстати, 14-я школа стала первой, кто включил испанский в программу как второй язык для изучения. Сегодня его преподает Инна Пальваль, молодой педагог, лауреат конкурса «Педагогический дебют». На ее уроках дети не скучают и с удовольствием познают азы необычного и пока непривычного для них языка. Ну а молодой учитель старается сделать все, чтобы ребятам было интересно. Я думаю, что нужно, во-первых, самой самосовершенствоваться постоянно и этим стимулировать детей для того, чтобы они тоже хотели дальше развиваться. Нужно любить детей в первую очередь. Я думаю, что это фишка любого учителя, настоящего, который пошел работать в школу по призванию.
А дальше уже индивидуальные особенности. Нужно просто чувствовать детей и подходить к ним правильно, грамотно. Именно Инна готовила Михаила к Олимпиаде. Ну а общей системной подготовкой к таким серьезным мероприятиям занимается заместитель директора, учитель английского языка с 25-летним стажем Татьяна Максимова. К ним готовить сложно. Необходимо набрать целую базу всевозможных олимпиадных заданий и за разные годы пытаться прорешивать всякие задания творческого характера. Научить детей, например, в олимпиаде по английскому языку писать разные письменные высказывания на тему, которая олимпиада может быть непредсказуемой, потому что мы можем увидеть и напиши рассказ, и создай буклет, и сделай какое-то еще задание, которое отсутствует в учебнике совсем. И не только в учебнике, но и в любых других источниках. Поэтому мы работаем с интернетом, мы работаем с детьми вне уроков, пытаемся находить время для этого. Высокая оценка, которую получила в этом году 14-я школа, войдя в рейтинг лучших школ России, результат работы и педагогов, и школьников, и их родителей. И за это искреннюю благодарность им выражает директор, который старается делать максимум для комфортной работы педагогов и эффективного усвоения знаний учениками. Я с большой благодарностью хотел бы сказать спасибо всем, кто причастен к этому результату. Прежде всего, это наши замечательные дети. Без этих ребят, без их желания, без их стремления, их амбициозности не было бы совсем ничего. Пожалуй, главный секрет успеха этой школы в людях, в тех, кто руководит, тех, кто обучает и тех, кто учится, а еще в искренней любви, которую испытывают они к своему учебному заведению. Я всегда считал свою школу одной из лучших. Каждый год обучения здесь доставляет мне чрезмерное удовольствие. Я наслаждаюсь учебой здесь, я горд тем, что учусь здесь. Согласитесь, не часто услышишь такое от школьников. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Межрегиональный лагерь-семинар «Набирая высоту» вновь собрал активистов. Молодые люди пообщались с представителями органов власти, развили лидерские качества и приняли участие в экшн-тренингах. В этом году они встречаются уже 8-й раз. Обменяться опытом и узнать новые тенденции собрались представители активной молодежи. На базе оздоровительного комплекса «Звездный» прошел межрегиональный образовательный семинар «Набирая высоту». Его участниками стали более 100 молодых людей из Рязанской области и 7 регионов Центральной России. И я уверен, что после форума на полгода, на год хватит и энтузиазма, и желания у рязанцев и активистов других регионов делать молодежную среду гораздо лучше, ярче, готовить новые проекты. Лагерь-семинар организован при поддержке администрации города Рязани. Он проходит 8-й раз и в этом году собрал рекордное число заявок – более 400. Поэтому каждый из участников прошел жесткий отбор. С каждым годом все улучшается, улучшается. Много новых лекций, много интересных людей, много что можно почерпнуть отсюда. Гостями лагеря-семинара стали депутаты Государственной Думы, представители органов власти города и региона, главы министерств и ведомств, представители сферы культуры и спорта, а также специалисты в области медиатехнологий. Своим опытом достижения цели и успешного построения карьеры поделился специальный гость, председатель Координационного совета Молодой гвардии Единой России Денис Давыдов. Приятно пообщаться с ребятами, обменяться идеями, обменяться мнениями по развитию региона, развитию своих проектов, развитию своих территорий, развитию Молодой гвардии как организации других общественных направлений. И, конечно же, обменяться этим опытом и потом применить его, может быть, и на федеральном уровне, те идеи, которые лучше будут здесь, и реализовать какие-то совместные проекты. Помимо этого, с активистами в течение 3 дней работают ведущие специалисты по социальному проектированию и развитию лидерских качеств. Молодые люди слушают лекции, участвуют в тренингах и мастер-классах. Темы самые разные. Среди них государственная молодежная политика, добровольчество и здоровый образ жизни. Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В России день психического здоровья празднуется с 2002 года. И с тех пор в этот день во многих регионах страны проходят различные мероприятия. День открытых дверей, психиатрических учреждений, конференции, пресс-конференции. Наша съемочная группа побывала в кабинете психиатра, который рассказал о психическом здоровье рязанцев.
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый четвертый, пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс заболеть. Большинство из них, 52%, это лица с пограничными психическими расстройствами. Самое распространенное психическое заболевание современности – это депрессия. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году депрессия будет занимать первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. В настоящее время депрессией страдают 26% женщин и 12% мужчин. Дело в том, что минимальное тревожное или депрессивное расстройство, вот оно тоже болезнь века, их стало очень много. И они не проявляются как вот такое явное психическое заболевание. Да, вот не хватает то, чего бы точно бы мы, как, с чем бы точно мы могли сказать, что это к психиатру. И эти больные пациенты с расстройством, с тревожным или депрессивным, они идут в общесоматическую сеть. И есть данные, что там до 60-70 первично обращающихся в соматическую сеть, это люди, которые нуждаются прежде всего в помощи либо психиатра, либо психотерапевта. Не менее важной проблемой являются суициды, которые в ряде случаев связаны с депрессией. Более 800 тысяч человек ежегодно погибают в результате самоубийства, которое является второй по значимости причиной смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет. Есть данные о том, что на каждого взрослого человека, погибшего в результате самоубийства, приходится более 20 человек, совершивших попытки суицида. Психические расстройства и употребление алкоголя причастны ко многим самоубийствам в мире. По оценкам ВОЗ, примерно у 20% детей и подростков в мире имеются психические расстройства или проблемы. Мы все знаем про здоровый образ жизни. ЗОЖ, да, то есть, ну, все к нему по-разному относятся, да, я к нему отношусь хорошо, если ничего, палку не переебать, то вот как бы получается, что ЗОЖ, это вроде бы как, это надо не пить, это надо не курить, это надо заниматься спортом, вести активный образ жизни, да, но мы здесь ничего не слышим про психогиену. Про психогиену. То, что надо как бы нашу психику, ее надо тоже как бы обихоживать. То есть вовремя ложиться спать, иметь определенный режим дня, каким-то образом уметь иметь вот эту стрессоустойчивость не на бумаге, а именно в жизни, каким-то образом уметь и отреагировать эти стрессы безопасным образом для себя. Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в стране, а предвестниками психических болезней являются стрессы. Современная жизнь сама по себе располагает к стрессам. Изменения в жизни политической, экономической, неурядица на работе, да и просто поездка в общественном транспорте приводит к тому, что человек со своими стрессами начинает смиряться, а так и до депрессии недалеко. Стрессы стали составляющей частью жизни современного человека. Люди борются с ними, не задумываясь о том, что нужно не бороться, а не допускать их. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 7 октября в нашем городе открылась студия «Ералаш», которая является официальным представителем того самого «Ералаша» Бориса Грачевского, которого мы все знаем и любим с детства. Это значит, что рязанцы смогут лично поучаствовать в создании легендарного детского тележурнала. Каким образом, расскажем далее. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Тележурнал «Ералаш» с детства знаком каждому и любим не только детьми, но и взрослыми. Для многих современных актеров именно с юмористических коротких роликов началась серьезная карьера в кино. Сегодня же поучаствовать в съемках культового тележурнала могут и рязанцы. Студия «Ералаш» Рязань ждет на кастинг детей и молодежь в возрасте от 5 до 25 лет. За время реализации проекта планируется отснять от 50 до 100 сюжетов, так что актеров понадобится немало. Первые претенденты – уже начали приходить на кастинги. Я очень давно хотела в «Ералаш», потому что я уже очень давно хочу стать актрисой. И когда мы услышали, что набирают детей, мы сразу захотели пойти всей семьей. Увидели по телевизору, и я уже несколько раз выступала на сцене. Стало интересно, возможно, как пройти, ну, как подготовку и в дальнейшем что-то развивать и быть в телевидении. Ребят поддерживают их родители, и именно они помогают с подготовкой в кастинге, заполняют анкеты, морально поддерживают ребят. С их точки зрения, участие в подобном проекте в любом случае будет полезно для ребенка. Во-первых, будет более раскованный, и в общении с людьми будет уже быстрее находить общие, так сказать, точки. Вот. Ну и
и вообще так для продвижения в жизни. Стихи, басни, юмористические сценки, анекдоты – все это подойдет для кастинга. Однако у актрисы, которая оценивает выступление детей, есть несколько советов. Они наверняка помогут ребятам подготовиться к этому испытанию. Самое главное – нужно быть собой. Вот дети приходят, вот родители с ними готовятся, и как бы вот заученный текст вот сказать как в школе. Нет, здесь важно вот быть именно непосредственным. А дети, они все непосредственные, они яркие, и нужно вот сохранять свое что-то. И выучить можно короткий, маленький текст, но так им зацепить, так заразить, что будет сразу все очень понятно и ясно. В студии «Ералаш» Рязань открылась 7 октября. Кастинг будет проходить на протяжении 2 недель. А всех, кого утвердят, ждет участие в 8-месячном проекте. На протяжении 8 месяцев мы полностью подготавливаем ребят, чтобы они уже могли к концу проекта полностью себя показать в съемках. Что входит? То есть с ними работают профессионалы, приходят актеры из театра. Они правильно ставят речь, показывают, как правильно работать на камеру. Студии «Ералаш», которые являются единственными официальными партнерами «Ералаша» Бориса Грачевского, успешно работают уже на протяжении нескольких лет более чем в 25 регионах страны. Результатом данного проекта в Рязани станет съемка его участников в нескольких сюжетах. 2 учебных и 2 основных в массовке и затем в долгожданной главной роли. Ну а закончится все ковровой дорожкой и премьерой в одном из кинотеатров. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Построить дом, вырастить дерево и вырастить сына. Этой поговорке последовала строительная компания «Капитал Строитель Жилья». Силами собственников и дольщиков они украсили придомовую территорию нового жилищного комплекса деревьями и кустарниками. Барбарис, туи, ясень и другие виды деревьев и кустарников украсили придомовую территорию жилищного комплекса с теплым названием «Лето». 7 октября здесь состоялось праздничное мероприятие, организованное строительной компанией «Капитал Строитель Жилья». Праздничное мероприятие для всех дольщиков, для всех собственников. Мы всех пригласили для того, чтобы они все сами поучаствовали и своими руками помогли нам. То есть дом мы уже построили, осталось посадить деревья, как говорится в поговорках. Ну вот, собственно, этим мы сейчас и занимаемся. Для Станислава и Натальи это их первое дерево, которым они украшают свой в скором времени родной двор. Приятно посадить дерево, которое будет расти и напоминать нам о сегодняшнем дне, когда мы впервые пришли к нашему дому. Вся придомовая территория построена в соответствии с современными стандартами. Все игровые и тренировочные площадки покрыты безопасным прорезиненным покрытием. Здесь расположена универсальная спортивная площадка, на которой можно играть как в футбол, так в баскетбол или волейбол. Конечно, мы гордимся каждым из наших домов, то есть каждым проектом, которым мы воплощаем в жизнь и стараемся, чтобы это было максимально для людей. То есть мы вкладываем всю душу в наши дома. Горячий чай, кофе, пирожки, конфеты и сладкая вата для детей. Веселая музыка для всех. Посадка деревьев никогда не была такой яркой и запоминающейся. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Сериал «Исчезнувшая» стартует 16 октября на телеканале «Домашний». Каждый вечер в 21 час вы увидите остросюжетную историю с лирической составляющей. Сами авторы называют ее детективом про провинциальную Золушку. Жесткая и требовательная Лидия, добродушная и скромная Катя. В сериале «Исчезнувшая» актриса Анна Снаткина сыграла сразу 2 главные женские роли. На тебя надевают другой образ, перевоплощают снаружи, автоматически ты, конечно же, и начинаешь внутри меняться. Но сложности не было, потому что мне было очень интересно, а там, где интересно, нет сложности. Новый проект запустил телеканал «Домашний». По сюжету Катя Савельева готовилась к свадьбе. Однако ее жених неожиданно исчезает. Девушку выгоняют со съемной квартиры, а полиция обвиняет ее в убийстве и сажает за решетку. Обвинение обещает снять адвокат известного в городе бизнесмена. Долог за вас Дарья Прокофьевна получила от меня. Зачем? Вы можете спасти человека. Маленькую девочку. Однако в обмен на свободу Катя должна навсегда покинуть город. Как связаны главные героини и кому помешала обычная домработница, предстоит выяснить не только телезрителям. Думаю, в какой-то момент аудитория будет сопереживать ему. Возможно, в какой-то момент не поймет, а может быть, даже и возненавидит. Но мне нравится эта кардиограмма, потому что это любая кардиограмма такая, она... Кардиограмма жизни. Съемки «Исчезнувшие» проходили в 2 городах – Москве и Ярославле. Сериалу удалось собрать по-настоящему звездный состав. Главную мужскую роль сыграл Кирилл Гребенщиков. В
работе мне хотелось как бы сделать так, чтобы герой проходил какой-то путь там, от минуса к плюсу, условно говоря. Старались начать с такого сухаря, лишенного за счет своего положения человеческих проявлений, и прийти к человеку, который в финале, оказывается, может чувствовать. Премьера сериала «Исчезнувшая» пройдет 16 октября на телеканале «Домашний». Следить за развитием событий зрители смогут по будням в 21 час. Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи! Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района», реализованный в кратчайшие сроки при поддержке Министерства строительства Рязанской области. Он открывает новый формат продаж на первичном рынке недвижимости Рязани – приобретение готового жилья, сводя риски покупателей к нулю. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, качество и экологичность стройматериалов, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым конкурентным преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. Работают льготные ипотечные программы ведущих банков. Беспроцентная рассрочка платежа за счет имеющегося жилья. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на пятом этаже». Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково ждет своих новоселов. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Телефон отдела продаж застройщика 997722. Global Service. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Global Service. 55 90 50.